الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии, И на прошлом занятии мы говорили о разновидностях единобожия. Также мы говорили о значимости этого вопроса в исламских убеждениях, в исламской идеологии. Мы говорили о том, что единобожие занимает в исламском учении центральное место. И самый первый лозунг, самое первое утверждение, которое должен принять каждый мусульманин, — это единство Бога. Это утверждение о том, что нет божества, кроме единого Бога. И мы также говорили о том, что единобожие имеет несколько разновидностей. Мы указали на важнейшие из них. Мы говорили о том, что единобожие может быть в самости, то есть это когда мы считаем, что самодостаточного, не нуждающегося ни в чем, в том числе и в причине бытия, всего лишь один. Такого самодостаточного всего лишь один. Нет второго такого самодостаточного. Другими словами, нету второго Бога. Это единобожие в самости. Также мы указали на единобожие в созидательстве, то есть созидателем, творцом является только Он. Нету второго Творца. Также мы говорили о единобожие в Господстве. То есть, тем, кто управляет мирозданием, тем, кто управляет всем сущим, каждым творением, каждым существом, каждой вещью, является только Он один. Только единый Бог является управляющим всем мирозданием. Это Господь единобожие в господстве. Также мы подчеркнули единобожие в атрибутах. Мы говорили о том, что атрибуты Бога являются им самим. Также мы говорили и о последнем, о единобожии в поклонении. То есть только Он достоин поклонения. Только Он на самом деле Достоин того, чтобы мы преклонялись перед Ним, поклонялись Ему со всеми истекающими из этого последствиями, в том числе подчинением и любовью, то есть истинной любви заслуживает только Он. Истинного и настоящего подчинения заслуживает только Он, и вся остальная любовь, все остальное подчинение является продолжением любви к Богу и, подчинение, и продолжением подчинения. Богу. Сегодня мы начнем доказательства единобожия. Будем приводить доказательства того, что Бог един, того, что Он единый Творец, что Он единый Господь. В первую очередь необходимо обратиться к разуму. Мы ранее говорили и неоднократно подчеркивали, что Бог это самодостаточный. Бог означает самодостаточный тот, кто не нуждается ни в чем абсолютно. И в первую очередь, конечно же, он не нуждается в причине бытия. Но нужда это не только нужда, в причине бытия, имеются множество других разновидностей нужды. Ни один из видов нужды не может быть приписан Богу. Бог- это понятие, включающее в себе, совершенную самодостаточность, абсолютную самодостаточность. Итак, попробуйте представить себе двух самодостаточных со всеми истекающими из этого последствиями, в том числе всемогуществом, все знания. И когда мы представили себе двух богов, то есть двух всемогущих, то перед нами встает вопрос – если, мы говорим если, то есть не обязательно, чтобы это было, чтобы это на самом деле происходило в реальной действительности. Мы говорим если, вдруг, если один из них пожелает, чтобы какое-либо действие произошло, а другой из них пожелает, чтобы этого действия не происходило. Мы задаемся вопросом, если такое произойдет, если это будет, то это деяние, этот поступок, это событие произойдет или же не произойдет. Это событие не может не произойти и произойти одновременно. То есть желание и того, и другого не может одновременно сбыться, потому что они желают совершенно противоположного. Они желают совершенно противопоставляемого друг другу. То есть один хочет, чтобы деяние произошло, действие произошло, а второй хочет, чтобы это действие не произошло. Таким образом, желание обоих воплотиться в жизнь не может. Не может стать реальностью, потому что они желают противоположного. И то же самое мы можем сказать относительно того, что желание ни того, ни другого не произойдет. Потому что... Опять-таки, они желают противоположного. Один хочет, чтобы деяние не произошло. Если его желание не сбудется, то значит деяние произойдет. Но второй желает, чтобы деяние произошло. И если его желание сбудется, реализуется, то деяние не должно произойти. Таким образом, воплощение в жизнь желания обоих и не воплощение в жизнь Желание обоих и то и другое невозможно. Таким образом может произойти только одно действие, только одно действие, то есть может воплотиться в жизнь только желание одного из них, или действие произойдет, или же действие не произойдет. Третьего варианта не дано. Третий вариант просто невозможно себе вообразить. И мы здесь вот задаемся вопросом, чье желание здесь воплотится в жизнь, чье желание станет реальностью. Непременно только желание одного из них. Если только желание одного из них станет реальностью, а желание второго так и останется всего лишь желанием и не воплотится в жизнь, то значит второй не является всемогущим. И как следствие – Второй не может быть Богом, потому что значение слова Бог в этом не заключается, что он является самодостаточным, совершенным, всемогущим, а всемогущество предполагает, что он может воплотить в жизнь свои желания, что он может совершить то, чего желает. И это ясное доказательство свидетельствует о том, что двух богов быть не может. Невозможно вообразить в себе наличие существования существование бытие двух богов. Это яснейшее доказательство разума. Далее мы коснемся еще одного доказательства, которое приведено в Священном Коране, то есть в Откровении. Сошлемся на Откровение, но с одной оговоркой – Дело в том, что несмотря на то, что мы приведем доказательства из священного Корана, из откровения, но дело в том, что священный Коран, Всевышний Бог в своей книге, обращаясь к многобожникам, так как эти доводы, доказательства единобожия в первую очередь обращены к многобожникам. Всевышний, обращаясь к многобожникам, всегда ссылается на разум и никогда не ссылается, никогда не аргументирует откровением, никогда не аргументирует текстом, священным текстом. И это вполне логично. Обратное было бы совершенно нелогичным, потому что эти многобожники откровения не признавали. Они не признавали священные тексты, они не признавали священную книгу, священный Коран. И вполне естественно, что Всевышний, обращаясь к ним, обращается к их разуму, к универсальному источнику доказательств. И поэтому, несмотря на то, что мы приведем довод из Священного Корана, несмотря на это, этот довод также является доводом разума, потому что Всевышний в этом аяте, который мы приведем в будущем, Всевышний обращается к разуму человека. Итак, в Священном Коране сказано следующее – то есть, если бы на небесах и на земле были бы божества, кроме единого Бога, единого всемогущего Бога, кроме Аллаха, то небеса и земля потеряли бы свой порядок и равновесие. Они потеряли бы равновесие и порядок. В этом аяте Всевышний обращается к разуму многобожников и через их разум доказывает то, что Бог, Он един. Мы говорили ранее о том, что имеются разные разновидности, множество разновидностей единобожия. Мы говорили о единобожии в самости, о единобожии в созидательстве, о единобожии в господстве и так далее. Здесь Всевышний обращается и доказывает именно единобожие в господстве. В этом аяте не доказывается единобожие в самости, не доказывается единобожие в созидательстве. Так как слово алиха, то есть множественное слово, множественное число слова Ила означает Господа, то есть того, кто управляет мирозданием, того, кто управляет Вселенной, того, кто управляет всеми вещами и всеми творениями. То есть только Он является Господом, Он единый является Господом. Обратите внимание, в Священном Коране сказано следующее – фараон в этом аяте говорит о том что фараон обращаясь к своему народу говорил о том что я не знаю второго господа для вас что имел в виду фараон в данном случае он имел в виду единобожие самости он считал себя единым богом то есть Единственным, кто ни в чем не нуждается, единственным самодостаточным, нет, конечно же, ни в коем случае он не считал себя Богом как таковым. Или же он считал себя Творцом всего мироздания. Конечно же, он также этого себе позволить не мог. Он считал себя единственным управляющим этих людей, он считал себя их Господом. Именно поэтому он говорил, утверждал о том, что не знает другого Господа для них. То есть, другими словами, «Ила», слово Ила, это тот, кто управляет, тот, кто, тот, кому поклоняются в первую очередь, и кто управляет, кто руководит. И поэтому этот аят в первую очередь доказывает, доказывает единобожие в господстве. Но Необходимо подчеркнуть, что несмотря на то, что этот аят доказывает единобожие в господстве, но в реальной действительности, на практике, это также является доказательством единобожия в самости и единобожия в созидательстве. Несмотря на то, что значения у них разные, но реально действительность у них едина. То есть тот, кто является Господом, тот является Богом самодостаточным, тот же и является Созидателем. Если мы докажем, что во Вселенной и в мироздании существует только, что существует только один Господь, то таким образом мы доказали, что существует только один Бог и существует только один Созидатель. В продолжение данного доказательства мы разберем с позволения Бога на следующих наших занятиях. На этом все. Вассаламу алейкум. Рахматуллахи ва